28 и 29 октября в Омске состоялись 21-е всероссийские соревнования по самбо на призы заслуженного мастера спорта СССР Александра Пушницы. Поздравить Александра Михайловича пришли представители органов власти и известные спортсмены. Это турнир замечательного человека, которого мы все любим, уважаем, признаем и, конечно же, преклоняемся. Турнир, который прошел уже 20-ю веху и в 21-й раз, будет проводиться в Омске. Турнир, который воспитал целое поколение замечательных спортсменов и является таким проверочным для того, чтобы показать свои силы. И самое главное, наверное, самое замечательное, то, что у спортсменов есть возможность стать мастерами спорта. За награды турнира боролись 170 спортсменов из 18 регионов страны. Омские самбисты продемонстрировали и характер, и мастерство. Дияр Шуянов одержал красивую победу в соревнованиях по боевому самбо. Спортсмен переломил ход финального поединка и выиграл схватку нокаутом. Выиграть на таком престижном турнире – это очень многое значит в карьере спортсмена. Я больше ударник, чем борец. Ну и бороться тоже я умею, и неплохо. Но больше мне нравится ударная техника. Я знал, что он будет наклоняться, будет пытаться бороться. И на этом я сыграл и выиграл. Александр Пушница отметил рост мастерства спортсменов. Самбисты из Свердловской и Новосибирской областей блеснули сложными бросками и переводами. Красноярцы проводили болевые приемы на ноги, а мячи продемонстрировали хороший баланс между действиями в стойке и в партере. Уходит уверенной походкой на ковер и борется уверенно. Конечно, не всегда получается выигрывать, но на то и борьба. Там соперник тоже хочет выиграть, но в любом случае это... Видать, что на самом деле есть стремление, есть, самое главное, еще раз говорю, уверенность проявляется. А это, говорит, это все-таки путь к победе. По итогам соревнования мячи завоевали 9 медалей. Высокие результаты также показали самбисты Свердловской области, Красноярского края и Республики Алтай.